Здравствуйте. Вот так. Каждый год, под Новый год, некоторые люди идут в баню, а дед устраивает банный день для своих цитрусов. Просто я беру листик на ладошку и зубной щеткой, старой зубной щеткой, хорошо вот так вот мою листья. Почему? Потому что за несколько месяцев на листьях тут пыль собирается, грязь всякая. А я, когда мою листья, я смотрю одновременно, чтобы было чисто, чистый лист, чтобы был. И одновременно смотрю, чтобы не только сверху, а и снизу хорошо промываю. И не дай бог, тут появится щитовка. Я его поймаю, догоню, затопчу. Короче, я с ней разделаюсь. Даже покруче всякого сепаратиста. Щитовку надо удалять. Если нашли небольшую ракушку эту, поэтому сразу удалять. Листья я вот так вот, каждый листок, начинаю именно снизу. Сначала намочил каждый листок, чтобы они откисали. А потом, когда они уже чуть-чуть подкисли, я начинаю верхние листья хорошо так вот, прямо давлю. Давлю, чтобы оно отмывалось. Если будет щитовка, ее смоет. Если найду щитовку, я все растение придется тогда тщательно каждый листок, каждую веточку пройтись. Вот таким способом моются все и даже ягоды. Вот сюда на ягоду мне. Даже ягоды я хорошо обмываю. Почему? Влажность позволяет чуть-чуть увеличивается. Корка влажная, она растет тогда легче. Когда сухая корка, она ягоду сдерживает, сжимает. А влажная корка, она больше становится. И каждую ягоду я вот так вот обмываю. Обмываю очень хорошо. Сейчас я вам покажу остальные. Потому что у старика здесь цитрусовая сотня. Помыть, смотреть вам не всем, конечно, может время занимать. Вот такие вот растения, вот она. Уже я замочил его ягоды. На этом две. А вот где оставил одну, видите, крупный. И смотрите, на конце ветки, крупнее ягоды, чем, допустим, оставленные вот на вот этой вот, я оставлял возле стволика, вот она, возле стволика, самого стволика, она мельче. Почему? Листьев, больше листьев питают ягоду, тянут соки, все тянут, и к ягоде подтягивают, ягода становится крупнее. Это чуть поменьше, конечно, зеленоватая еще вот она. Это вот уже пора. Пора уже собирать урожай. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что кликаете. Задавайте вопросы. И вместе будем обучаться, чтобы на каждом окне, в каждом доме стояли такие растения. Об этом мечтал Мичурин и Мозер. До новых встреч. Пока. С наступающим Новым годом вас.